Я искренне поздравляю Мусу Хабалевича и считаю, что это какая-то миссия, которая ему дана свыше, потому что простой человек никогда не смог бы сделать столько, сколько сделал Муса Хабалевич. Желаю ему, конечно, в первую очередь здоровья. Только здоровый человек может что-то творить в этом мире. Вот, семейного благополучия, реализации всех планов, которые он задумал. Дай Бог, чтобы у него всегда все получалось, как и сейчас, и фортуна, удача не покидала его.